Здравствуйте, в эфире информационная программа «Вести детально», в студии Наталья Пухова. В начале главной темы выпуска. Внимание, объезд, когда окончательно восстановят дорогу на проспекте 50 лет октября после образовавшегося провала. Сейчас вопрос номер один. Как побороть гепатит в Сызрани, решали на уровне областного правительства. Чтобы деньги не пропали из-за инфляции, почему заманчивое предложение обернулось обманом, расскажет дежурный по городу Марина Дмитриева. Тщательно мыть руки, овощи и фрукты, кипятить воду, использовать только личные предметы гигиены. Эти и другие способы того, как избежать заражения гепатитом, многие сызранцы наверняка звучили наизусть. Больше полутора недель каждый день в Сызрани появляются все новые заболевшие. Сегодня в городской администрации прошел брифинг, где говорили, что уже сделано, чтобы остановить распространение инфекции и что еще нужно. 134 заболевших гепатитом А в Сызрани. Такова цифра на сегодняшний день. В городской администрации прошел брифинг по этому вопросу. Присутствовали заместитель министра здравоохранения, представители Роспотребнадзора, представители администрации, как городской, так и районной, а также СМИ. Как отмечают специалисты, ситуация неприятная, но до критичной отметки пока не дошла. На сегодняшний день существующие места в больнице соответствуют запросу, который есть среди заболевших. Нет проблем и с медикаментами. Надо сказать, что сейчас появятся уже и появляются такие высказывания, что отказывают в госпитализации. Я хочу на этой теме, прошу вас это осветить. Что происходит? Слово «желтуха» означает симптом, который встречается при многих заболеваниях, кроме и инфекционных заболеваний, у обыкновенных соматических больных. Это у больных, у которых существует желчекаменная болезнь, то есть камень в желчном пузыре выживает желтуху. У больных, которые страдают онкологическими заболеваниями, у них выявляется желтуха. У больных, страдающих вирусным гепатитом В и С, таких больных достаточно на территории. И поэтому, когда они поступают в приемное отделение инфекционной больницы, они уже на уровне инфекционного отделения проводится дифференциальная диагностика. Относится это к тому заболеванию, которое требует госпитализации вирусного гепатита А, или не относится? Если это заболевания, о которых я говорила, эти больные отправляются либо домой, в зависимости от тяжести, и либо в другие лечебные учреждения. Поэтому появилась информация, что в больнице не хватает мест и отказывают в госпитализации. Это нет, не так. Напомним, что всех заболевших связывает одно. Они употребляли воду из открытых источников села Рамино Сызранского района. На сегодняшний день я могу сказать, что вода из родников, которые находятся на территории села Рамино, бактериально загрязнена. То есть для употребления она непригодна, там микробные загрязнения. В результате исследования вирус гепатита не обнаружен. Но, на мой взгляд, это говорит лишь о том, что на момент отбора проб, то есть они отбирались 22 апреля, вот в этой воде вируса не было. Но это совершенно не исключает того, что вирус присутствовал на момент тогда, когда люди пили эту воду. Во избежание дальнейшего забора воды из открытых источников районная администрация провела мероприятие по устранению самовольных колонок. Закрыты все родники, где возможен забор воды, неорганизованные. Все эти родники обследованы. Определен объем работ по восстановлению этих родников, по их приведению в нормативное состояние, после чего они будут открыты. Не раз было отмечено, что из центрального водозабора, проще говоря, из-под крана, вода идет безопасная. Сызраньводоканал проводит ежедневные исследования. Ну и, конечно, не стоит забывать об индивидуальных мерах гигиены. Ольга Максимова, Сергей Инкин, «Вести детально». Хорошие новости пришли из заседания Самарской губернской думы. Областной бюджет пополнился. Кроме того, сумма в несколько миллионов должна поступить и от продажи рабочей лошадки фонда капитального ремонта. Впрочем, начали парламентарии не с финансовых вопросов, а с кадровых. С подробностями Людмила Ермакова. Областные депутаты согласовали кандидатуру на должность вице-губернатора, полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте России. Им стал руководитель представительства Самарского правительства Игорь Еремин. Он знает практически все темы, которые обсуждаются на московской площадке, и во многих случаях является определенным координатором. Губернские парламентарии одобрили и внесенные изменения в бюджет области. Доходы региона увеличились более чем на 2,5 миллиарда. Основные средства будут направлены на ремонт дорог, на снижение напряженности на рынке труда, строительство детских садов и оказание медпомощи населению. Безусловно, это социально значимые изменения в бюджет, которые, в общем-то, для нас очень важны и имеют большое значение. Мы надеемся, что мы самый такой переломный момент преодолели кризиса, и об этом и вчера
вот на Совете законодателей нашей страны президентом было сказано и подчеркнуто. И поэтому я думаю, что, значит, экономика будет постепенно наша выправляться, а это, в свою очередь, будет способствовать реализации и выполнению тех планов развития нашего региона и в целом страны, которые намечены. Непростая ситуация в экономике страны стала причиной сокращения затрат на содержание чиновников и госаппарата. Этого же требует и президент России. А потому разного рода закупки – предмет особого контроля со стороны губернатора и депутатов. На заседании развернулась дискуссия о приобретении некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» внедорожника стоимостью около 2 миллионов рублей. Сделка была заключена с организацией «Самрэ». При этом руководителем обеих организаций является Андрей Чибисов. Планировалось, что автомобиль представительского класса будет рабочей лошадкой. По инициативе губернатора было принято решение о продаже внедорожника. Вырученные деньги будут направлены в фонд капитального ремонта. Урок хороший. К сожалению, у нас, несмотря на то, что было объявлено в послании, у нас были несколько попыток наших чиновников купить иномарки. Были попытки, которые пресекались. И это желание, оно до сих пор не пропадало. Я думаю, в том числе после этого случая, у абсолютного большинства теперь желание-то раз и навсегда пропадет. Также областные депутаты поздравили с 75-летним юбилеем первого председателя Самарской губернской думы Леона Ковальского. Людмила Ермакова, Сергей Инкин, «Вести детально». Должны ли чиновники покупать дорогие автомобили за государственный счет и ездить на них? Своим мнением по этому поводу сызранцы поделятся в рубрике «Хочу сказать» в финальной части выпуска, а пока мы продолжаем. Движение запрещено, ведутся работы. Такое предупреждение для автомобилистов появилось накануне вечером на проспекте 50 лет октября в районе ДК «Горизонт». Причиной стала яма на дороге. Почему она появилась и обошлось ли без трагедии? Подробности у Натальи Ревякиной. Вчера на дороге по проспекту 50 лет октября появились вот такие знаки. А все потому, что здесь провалился кусок асфальта. Сейчас яма засыпана песком, и в ближайшее время будут проводиться ремонтные работы. Вечерний час пик – это, конечно, затруднило движение. Сотрудники полиции перекрыли часть дороги, и транспорт объезжал яму по тротуару, чтобы не выезжать навстречу. На место происшествия сразу выехали представители ЖКХ, архитектуры и глава администрации. Сама дорога в последний раз ремонтировалась в 2008 году. А асфальт провалился ровно на месте прокола под водопровод для нового детского сада, работы над которыми проводились минувшей зимой. Судя по всему, пустоты в грунте образовались еще в холодный период, а теперь, когда потеплело, они прорвались. Вот сейчас согласовывают с ГАИ порядок проведения, закрытия этой дороги на период проведения. Там скроют асфальт, прокопают на нужную отметку, уплотнят, засыпят все песком, щебнем и восстановят асфальт. А вообще эта дорога у нас планируется в этом году ремонтом. Поэтому, может быть, это своевременно, что все хорошо, что не после ремонта дороги. Вот она у нас заложена на через областные средства. Все работы по восстановлению этого участка дороги будет выполнять тольяттинская фирма «Аврора», которая вела работы по подведению водовода к детскому саду. Дело в том, что мы все затраты, которые будут понесены, конечно, они будут за счет, убытки все произведены за счет подрядной организации. В течение 2-3 дней подрядчики обещали устранить эту яму. Отметим, что летом 2013 года недалеко от этого места прорвало канализационный коллектор. И в 2009 году также из-за аварии на канализационных сетях провал дорожного полотна произошел на нижнем кольце юго-западного микрорайона. Наталья Ревякина, Никита Кожевников, Игорь Шиянов. Вести детально. Сегодня на заседании Сызранской думы депутаты затронули немало социально важных вопросов. Говорили об изменениях в главном финансовом документе города. Доходы увеличились на 83 миллиона рублей и составили 2 миллиарда 380 миллионов рублей за счет областных денег на создание многофункциональных центров и на переселение из ветхого и аварийного жилья. Подросли расходы и составили почти 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Говорили и о том, как ограничить продажу алкоголя на вынос из распивочных. Принятие решения отложили, чтобы обсудить всесторонне с участием начальника сызранской полиции и предпринимателей. А вот с избранием почетных граждан ждать не стали. Накануне 9 мая депутаты проголосовали за присвоение этого звания троим сызранцам, участникам Великой Отечественной войны. Теперь в списке почетных граждан Александра Озернова, Александр Емолов и Николай Огурцов. Удостоверение им вручат накануне Дня Победы. Кто претендует на звание лучшего в медика и когда футбольный клуб «Сызрань-2003» приглашает болельщиков поддержать их в матче с КамАЗом? Об этом мы не только узнаем в ближайшие 163 секунды.
В городской администрации прошло заседание Организационного комитета конкурса «Лучший работник здравоохранения 2015». Цель конкурса – популяризация профессии медицинского работника. Сегодня мы даем старт третьего этапа конкурса «Народное голосование». Я приглашаю всех жителей города Сызрани принять участие в голосовании и отдать свой голос за того или иного кандидата в 5 номинациях. А именно, за верность профессии среди врачей, за верность профессии среди среднего медперсонала, молодой врач года, будущей медицины, лучший фармацевтический работник. Определяться лучшие будут посредством народного голосования. Отдать свой голос можно будет в учреждении МФЦ города, в здании управления соцзащиты, мини-центрах соцзащиты, УК-центр и администрации, а также на сайте «Маленькая Сызрань». Проголосовать можно с 5 мая по 5 июня. Футбольный клуб «Сызрань-2003» 30 апреля проведет домашний матч 21-го тура чемпионата ПФЛ с лидером зоны Урал-Поволжье «КамАЗом» из Набережных Челнов. Сызранская команда после необязательного поражения в прошедшем туре в Новотроицке 0-1 опустилась с 4-го на 6-е место в турнирной таблице, но тем не менее по-прежнему ведет борьбу за медали первенства. Отставание наших футболистов от занимающего 3-е место Челябинска всего 2 очка. КамАЗ в этом сезоне идет без поражений и является реальным претендентом на единственную путевку от нашей зоны в ФНЛ. Из 6 сыгранных в российских первенствах матчей между сызранцами и челнинцами статистика пока на стороне КамАЗа. 3 победы, 1 ничья и 2 поражения. В нынешнем сезоне в гостях сызранцы крупно уступили команде из Татарстана 0-4 и горят желанием взять реванш за обидное поражение. Встреча с КамАЗом пройдет в ближайший четверг на сызранском стадионе «Кристалл». Начало матча в 19:00. Вход для болельщиков свободный. В Сызрани завершилось 9-е первенство города по мини-футболу. В течение полугода 10 сызранских команд боролись за почетный трофей соревнований. В этом чемпионате по итогам двухкругового турнира чемпионом стала команда «Тяжмаш». Отличный результат показала команда «Искра», представляющая 7-й ОФПС. После годичного перерыва пожарные с триумфом вернулись в городское первенство, завоевав сходу серебро соревнований и отстав от чемпиона всего лишь на 1 очко. Бронза у команды сызранского филиала «Сам ГТУ». Прошлогодний чемпион города «Нефтяник» в этом первенстве остался за чертой призеров, завершив сезон на 4-м месте в турнирной таблице. Однако в розыгрыше Кубка города «Нефтяники» реабилитировались в глазах своих болельщиков, победив в финале команду «Сам ГТУ» в серии послематчевых пенальти 4-3. Немногие знают, что бывший президент США Билл Клинтон страдает тугоухостью на одно ухо и пользуется миниатюрным слуховым аппаратом. Эта проблема не помешала ему занять высший пост в стране. Помочь полноценно жить и добиваться успеха в жизни, несмотря на проблемы со слухом или речью, это задача специалистов. Главное – профессионализм, творческий подход и любовь к детям. Индивидуальные занятия с логопедами, дефектологами, психологами и социальными педагогами. Коллективные уроки физкультуры на тренажерах и хореографии в актовом зале. Такого в обычной школе не найдешь. А ведь для ребенка с так называемыми особыми образовательными потребностями, в том числе и с речевыми нарушениями, подобные занятия просто необходимы. Сызранская школа-интернат номер 2 является единственным подобным учреждением в Западном образовательном округе. Петя здесь обучается уже 2 года и очень любит творчество. В этой школе работают очень добрые и умные учителя. Они меня научили правильно говорить. Еще мне нравится заниматься в сенсорной комнате. Здесь можно походить по необычной дорожке, порисовать на песке, на воде или просто отдохнуть. Также здесь старшеклассники получают профессиональную трудовую подготовку. А с малышами, начиная с самого юного возраста, специалисты проводят коррекционное сопровождение образовательного процесса. И чтобы ребенок стал успешным и окончил школу успешно, необходимо своевременно на начальной ступени обучения произвести коррекцию вот этих нарушений, что и позволяет наша школа. Кроме того, для детей здесь организовано бесплатное двухразовое питание плюс полдник. А для того, чтобы оформить ребенка в эту школу, достаточно обычных документов и заключения психолога-медико-педагогической комиссии. Максим Попов, Дмитрий Медведев, «Вести детально». Дальше выпуск продолжит рубрика «Хочу сказать». Потом дежурная по городу Марина Дмитриева расскажет, почему нужно быть начеку, если кто-то предлагает вам обезопасить свои средства в нынешней финансово нестабильной ситуации. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. О чем вы говорите? Они так у кормушки.
Они работают туда, как кормушки. Какие еще машины? Пускай сами зарабатывают и покупают себе. Ну, потому что это вообще-то должно быть наказуемо, так, во-первых. Во-вторых, а почему они за счет людей должны все это... Я даже не знаю, я бы сажал за это дело. Ну, я думаю, может быть, избранные, которым необходимо это, а все остальные нет. Ну, я думаю, что государственные деньги, наверное, все-таки рассчитаны на немного другие нужды. То есть это деньги, которые мы платим, налоги на то, чтобы дороги строить, на какие-то социальные нужды, но не на то, чтобы собственные автомобили покупать. Если это автомобиль служебный, это другой вопрос, но собственный нет. Здравствуйте, в эфире рубрика «Дежурный по городу». Не хотите ли обменять ваши деньги на новые? Звучит такое предложение довольно странно. На днях в Сызрани на улице к пенсионеру с подобными словами обратилась женщина, которая представилась соцработницей. Пожилой мужчина, не раздумывая, согласился, и уже дома вместе с супругой они отдали ей 190 тысяч рублей. Как выяснилось, это была мошенница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если же вы стали жертвой преступления, то обязательно нужно обратиться в полицию по телефону дежурной части 33 38 66. Мы решили провести небольшой эксперимент. Представившись соцработницей, я попыталась войти в доверие к пенсионерам и заполучить их сбережения. Вы передаете нам ваши сбережения. На момент регистрации мы выдаем вам сертификат, и этот сертификат гарантирует вам, что если какой-то там дефолт, грубо говоря, да, если инфляция, то деньги у вас сохраняются. Скажите, пожалуйста, вы готовы были бы поучаствовать в этой программе? Нет. У меня сбережений нет, я живу одним днем. То есть даже какие-то минимальные вы не готовы вот так вот передать нам на страхование? Нет. То есть они будут у вас, вам просто выдают сертификат, это абсолютно бесплатно, занимает примерно 15 минут. Нет. Я не верю в это. Не верите? Хотите честно, я не верю в это. Только одна женщина из пяти человек заинтересовалась предложением. Нет, у меня деньги лежат, я снимать не буду. А смотрите, а если бы у вас они были? У меня большой процент. А если бы у вас были, вы бы дали, ну вот, чтобы застраховать? Если бы как были, бы, да. Только их нет. Только нет, я да? Я все положил. Ну а так бы вы как бы хотя бы какую-то сумму, например, 5 тысяч вы бы дали, ну, например? Ну, конечно, 5 тысяч. Угу. Это можно. Можно. То есть вы мне поверили? Да. Результат, конечно, неплохой, но, к сожалению, бдительность проявляют не все и не всегда. На этом мое дежурство подходит к концу. Я напоминаю, телефон редакции 98 71 71. Звоните, если вам нужна помощь дежурного по городу. Всего вам доброго и удачи!